Мы на берегу Белого озера у Иорданского колодца, где до сих пор бьет ключом родниковая вода. Колодец был назван в честь реки Иордан, где ежегодно проводится праздник Крещения Господня. От Иорданского колодца открывается великолепный вид на остров Любви и павильон Венеры и на Адмиралтейские ворота. Адмиралтейские ворота оформляют парадный вход в Дворцовый парк со стороны главного проспекта города. Декорированы они лаконично. Две пары колонн Каринского ордера по сторонам арочного входа, выступающий замковый камень и треугольный фронтон. На одной из створок ворот на протяжении всего 19 века сохранялся вензель из скрещенных латинских «П» под короной – монограмма императора Павла I. А как классическое искусство встретится с современным, вы увидите 17, 18 и 19 августа. Приглашаем вас на фестиваль современного светового искусства «Ночь света» в Гатчине. Добро пожаловать!